Съемочная группа нового нижегородского телевидения вновь в парке имени Пушкина. И сегодня мы снова разыграем два пригласительных билета на одно из самых ярких событий фестиваля «Горький фест» — на моноспектакль Александра Петрова «Заново родиться», который пройдет 21 июля на стадионе «Нижний Новгород». «Звоните Ди Каприо», «Полицейский с Рублевки» — по этим сериалам нижегородцы часто определяют актера. А вот что же насчет трилогии, где Александр Петров сыграл Николая Васильевича Гоголя? Сейчас узнаем. Вы знаете, кто это? Не очень. Не знаете? Кто-то знакомое лицо? Ну, что-то не очень. Это артист какой-то? Не знаю. Не знаю. Нет, понятия не имею. Я предполагаю, какой-то актер. Господи, гонки, это токийский дрифт или что это? Это русский актер, подсказывает. О, русских я точно не знаю. Актер Саша Петров. Ага, а вот это? Гоголь. А что объединяет двух этих людей? Актер играл в фильме «Гоголь». Ура! Мы вас поздравляем! Вы получаете сегодня билеты заслуженно. Только скажите, как называется часть трилогии Гоголя? Гоголь-Ви, Гоголь-Начало и Гоголь... Страшная месть. О, поздравляю вас! Та-та-дам. Билеты ваши? Спасибо огромное. На моноспектакль пойдем с новоиспеченным мужем. Здорово, поздравляю вас. Спасибо огромное. В нашей редакции осталось еще несколько билетов на моноспектакль Александра Петрова. Поэтому, гуляя по парку имени Пушкина, будьте начеку. Может быть, именно к вам подойдет наш корреспондент и задаст новый вопрос. А сегодня пригласительные билеты дарили Вероника Демина и Алексей Завылов. Время новостей.